сами уже попробовали липстик Bar Menu. Мы накрасили губы бальзамом, который делает эксклюзивный персональный розовый цвет. Зафинишировали это блеском, сделали эффект зацелованных губ. А сейчас мы будем смотреть с вами аксессуары. Это вешалки с новыми аксессуарами Oriflame. Я вам сейчас постараюсь все это продемонстрировать. Первая вещь, которая попалась мне в руки, это накидка. Такая вот интересная. У нее есть рукава. Она какая-то синяя. Я попробую ее сейчас одеть. Видишь? Как это? Это выглядит очень интересно. Покружись. В общем, рукава здесь асимметричные. Интересно, какая же это новинка, какого каталога. В общем, смотрите, здесь рукава без косов. Поэтому она выглядит очень асимметрично. Качество достаточно легкое. Ну, в общем-то, как вечерний вариант прогулки по верхней палубе корабля вполне подойдет. Раз уж мы с вами пошли по шарфикам, давайте сначала посмотрим шарфики. Вот он, следующий шарф. Это потом. Он отлично драпируется, он по материалу такой нежный шелк. Смотрите, пожалуйста, расцветку. Она очень модная. Это цвет морской волны, цвет розовый такой яркий, цвет сиреневый. Здесь есть такой фиолетовый. Есть немножко вкрапления голубого и белого. И, в общем-то, он такой осенний. Добавляет 8 наших красок. Интересно будет в драпированном состоянии смотреться. По материалу, по качеству очень приятный. Мне понравился. Классный платочек. Здесь можно будет драпировать следующим образом. Сейчас покажу. Можно связать. Два противоположных кончика. Платка. Еще раз скажи. Два противоположных кончика завязываете. Получаете треугольник. И один конец сюда, один конец сюда. И получается интересный вариант. Кстати, под этот платье тоже, мне кажется, подходит. Такой праздничный вариант такого галстука. Ну и, в общем-то, эти узелки легко развязываются, и платок превращается опять в платок. Квадратный, легкий и приятный. Следующий. Это уже теплый палантин более плотного материала. Его можно использовать просто даже как кофточку, когда вы вот так вот накидываете. Можно также из этого шарфа сделать очень хорошую защиту для вашего горла. Берете шарф, складываете его. Все знаете, что можно делать вот такую. Она никому не нравится.
кажется, это не актуальный вариант завязывания шарфа. Что же вы можете сделать? Вы можете взять шар, взять два его хвоста, один петлю продеть и потом развернуть эту петлю, развернуть и вторую хвостик продеть сюда. Получается очень хороший вариант, который закрывает все горло, его можно хорошо расправить. И если эти хвосты вам не нравятся, вы их можете просто заправить внутрь. И получится просто такой вот вариант, закрывающий горло. Вот осеннее пальто, он очень хорошо греет. Я думаю, что с этим шарфом, с этим палантином можно ходить даже зимой. Поэтому смотрите, пожалуйста, расцветку поближе. Тоже добавляет летних красок, очень такой яркий, красивый и очень приятный на ощупь материал. Я думаю, что с ним мы с вами не замерзнем. С вами остался еще один шар. Он более легкий по текстуре, чем тот, который мы только что с вами смотрели. Это тоже палантин. Смотрите, он тоже большой. Растяни еще. Человеческий рост, в общем-то. Более легкая ткань, поэтому вы его можете носить как вариант для повседневного ношения, когда вы закручиваете такой хомутик на своей шее и оставляете его под какой-либо костюм. Расцветка вполне морская, кстати, она напоминает о летних каких-то хороших моментах. Полегче, чем тот, который мы с вами смотрели до этого, поэтому его на более легкую, более теплую погоду. Давайте теперь будем смотреть сумки, какие найдем. Красная сумочка, вечерний вариант. Давайте посмотрим, что внутри не пошло. Внутри яркий подклад и нет карманов, просто сумка. На вечер палантин положить, кошелек, помаду, зеркало. То есть нужна вам к этой сумке еще будет обязательно косметичка. Далее тоже вечерний вариант. Такая сумочка с пайетками. Она на магнитике. Здесь тоже нет карманов. Просто сумка. А вот это уже по-нашему. Для тех, кто ходит с каталогами. Покажи ее. О, какая она большая. Здесь уже есть карманчики. Карманчик для мелочей. Карман для телефона, для зеркала, для помады. И много-много места для каталогов, чтобы искать своих партнеров везде, где вы ходите с этой сумкой. Очень хорошая сумка, давайте берем. Смотрите,
вот есть ремешочки на цепочках и два ремешка таких. Мне понравилось. И сейчас поставим на паузу и найдем еще вам сумку. С толстым ремешком. Еще одна сумка. Это тоже вариант на двух ремешках. Она тоже на кнопочке. Что здесь? Здесь внутри есть мини-отделение с кармашком для каких-то мелочей. Тоже вместительное, думаю, сюда поместится каталог. Смотрите, много помещается. В общем, прямое включение с конференции у нас продолжается. Давайте еще сумку найдем. Смотрите, какая прелесть. Тоже вечерний вариант. Бархатная сумочка. На длинном ремешочке. Что здесь есть? Здесь есть кармашки. Кармашек для телефона, для мелочей. В принципе, она очень вместительная для клатча. Там много что поместится. Она на кнопочке, поэтому в нее удобно заползать. И на ощупь она просто волшебная. Очень приятная, очень классная. Здоровская сумочка. Идемте дальше, там еще есть. Вау! Вон еще сумки. Что интересует мистера Ориклэй? Мистера Ориклэй интересует большая сумка, в которой помещается много вещей. Вот она такая сумка. Интересный вид у нее такой. Она гладкая, под кожу, на замке, что немаловажно для осенней погоды. Розовая подкладка, нету карманов, но в нее помещается большое-большое количество всего, что нам нужно. Для этой сумки очень удобно использовать органайзеры, чтобы у вас ничего в ней не терялось. Но по виду она очень-очень-очень-очень вдохновляющая. Тем временем у нас еще одна сумка. Она тоже гладкая. На нескольких ремешках. И сторонние ремешки. Длинный ремешок регулируется. Она без замка. Но здесь есть какая-то интересная штука. Это косметичка. Для мелочей есть отдельная косметичка. Далее тут просто тоже, опять же, одно отделение. Больше ничего нет.
Подкладка замшевая, приятная. Эта больса viene para catalogar. Двигаемся дальше. Тут еще есть аксессуары. Посмотрите, пожалуйста. Это беретка. Мягкий материал. Морса. Симпатичная береточка. Как я выгляжу? Без зеркала. В общем-то, уши закрываешь, самое главное, что уши не бьет. Я прям знала, что одевать. У нее еще наискосок вот так вот делается. Тоже будет симпатично. Двигаемся дальше. Вязаные с поездками. Todo esto viene a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Son las nuevas bolsas, lo mejor en tendencia. Estamos viendo ahorita ya. A ver, Dani, acércate. Para que podamos Хорошим. Сейчас теплая, опять же, на теплую погоду. Точнее, на холодную погоду, чтобы у нас специально взял чай. Давайте пойдем дальше. Супер лайк. Смотрите, к беретке есть еще это митинги, перчатки митинги. Для любителей смартфонов, когда надо пальчиками нажимать на экран, есть такой вот вариант, как митинг. Очень красивая драпировка. Очень приятный материал, не хочется их снимать, правда. У вас очень приятные вещи. Окей, thank you. Imagínense 58 países, mucha gente que está también emocionada compartiendo con nosotros todo Давайте я вам покажу просто аксессуары. Тут вообще столпотворение, но я думаю, что у нас получится с вами посмотреть. Что здесь есть? Кулончики. Сережечки. Браслетики. Кулончики двух оттенков, сережки тоже. Потрясающие высоты серьги. Бусы. А, это сменные камушки. Вот в эти вот украшения камушки меняются. Серьги с такими спицами интересными. Это украшение на шею на ленте. А это украшение к этим сережкам. Комплект и сумочка на поворотном замке, там замочек, она небольшая. Красивая. Какие шапки?
Seda, Hermosa. В общем, тут много всего. Так, мы закончили с вами обзор украшений и сумок.